охранник, не хочешь ли ты меня послушать? Если да, то слушай меня внимательно. Я даже не ожидал, что ты к ней вернешься. Но ты молодец, что ты продолжаешь работать. 20 000 рублей – это очень много за неделю. Я не ожидал того, что они выживут. Я ждал их не смерти. Но какой-то вертолет прилетел и их как-то забрал. Мы не смогли отследить этот вертолет. Будь, кстати, осторожен в субботе. А лучше вообще не приходи в 6-ю смену, просто тебе потом не повезет с ними. И у тебя есть электричество, чтобы бить током по этим тварям. И я тебе советую заряжать несколько необычных предметов. Но я не буду объяснять, что это будет, если они разряжутся. В прошлой неделе мы нашли труп одного телефонного парня. Но мы нашли какую-то запись. Мы узнали то, что его застрелила какая-то игрушка. Но он говорил, белый медведь. Ну ладно, все, пока. Thank you.